14 мая в Орехово-Зуевском районе состоится масштабная акция по посадке леса, посвященная 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В этом году лес Победы появится в районе Анциферовского родничка. Сейчас там ведется активная подготовка к акции. Как она проходит, расскажем далее. В районе Анциферовского родничка проходит настоящая лесная генеральная уборка. Лесничие убирают сухостой, который не только портит вид, но и представляет опасность во время сильного ветра. Анциферовский родничок – одно из самых популярных мест отдыха в районе. Сюда приезжают молодожены, жители погулять, а также, чтобы набрать воды. К летнему сезону здесь готовятся обстоятельно. Обновляют беседки, снимают незаконную рекламу, которая портит пейзаж. Здесь всегда был густой лес, но в прошлом году часть его пришлось вырубить. Деревья погубил короед. Но уже в этом году здесь посадят еще один лес Победы. Мы приглашаем всех жителей, неравнодушных к тому, что у нас действительно исчезают леса с нашей малой родины, принять активное участие в посадке леса, полная обеспеченность инвентарем, полная обеспеченность саженцев. Мы готовы принять любое количество. Тут будут устроены конкурсы, организованная раздача разной сувенирной продукции. Это значки, это ленточки, это кепки, майки. Здесь будет осуществлено кормление. На месте санитарной рубки сейчас подготовлены грядки для посадки сеянцев сосны. Их привезут из Куровского питомника. Ну, однозначно, здесь лес приживется. Место здесь высокое. Место песчаное, вы видите за моей спиной. А лесные культуры будут сажаться. Это сосна. Сосна является наиболее, то есть ценной породой, наиболее ценным лесом. Ну, все знают сосновые боры. И как раз сосна, она и должна сажаться на песке. Она очень любит песок. В том, что приживаемость деревьев в нашем районе практически стопроцентная, доказательство – будущий лес в Ликино-Дулевском лесничестве, близ деревни Юркино. В прошлом году здесь также проходила акция по посадке леса. Это является ярким примером, надо ли ездить на акции, надо ли сажать этот лес тем людям, кто это хочет делать. Вот если это посажено с добротой, качественным материалом, благоприятную почву, то вот это мы и видим, что здесь 95% приживаемости, все они живые, все они дали прирост, у ней очень сильная почка, у них очень сильный корень на сегодняшний день. Теперь за этим будущим лесом будут ухаживать лесничие, пропалывать его от кустарников, подсаживать там, где сеянцы не прижились. Только через 3-4 года деревья окрепнут, но настоящий лес здесь можно будет увидеть только через 50-60 лет.